прекратить психологическое давление на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Нота с таким требованием будет направлена посольством нашей страны в Вашингтоне американскому госдепартаменту. Сотрудники дипмиссии вновь навестили девушку в камере. Она под стражей уже месяц по нелепому обвинению чуть ли не в шпионаже и были просто возмущены условиями ее содержания. Режим проверок доведен до абсурда. Ночные каждые 15 минут. После встречи с посетителями тотальный досмотр. В нарушении всех гуманитарных норм Марии не разрешают получать письма на русском языке. Дескать, опасаются, что там могут быть шифровки. В довершении всего отказ в медицинской помощи. И это при том, что Мария всего лишь подозреваемая. Создание американскими властями подобных условий содержания нашей гражданки, которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе подозреваемой, неприемлемо. При этом вакханалия в американском сегменте соцсетей, подогреваемая русофобскими материалами в мейнстриме, все больше напоминает отголоски американских процессов над ведьмами 17 века. Мария держится стойко. Ее решимость отстаивать свою невиновность только крепнет.